Сентябрь 2017 года. Сегодня день города Челябинска. Практически середина сентября. И уже довольно-таки не ранняя осень. Посадили новый саженец абрикоса, чтобы было два дерева, чтобы плодоносили оба. Один абрикос, если сидит, то не дает плоды. Груша за лето немножко подросла, ну, сантиметров на 40. Помидоры уже заканчиваются. В этом году их было маловато. На этом участке росла картошка. Земля перекопана после уборки картофеля. Внесен компост, удобрения и посажены сидираты. Горчица, которая уже частично взошла. Уральская наливная яблоня отросла немножко. Несколько лет назад она сломалась под тяжестью своих яблок. Капуста посажена на месяц позже положенного, даже все равно немножко выросла. Вот здесь еще капуста. Это цветная капуста. Подсолнухи. Что-то сорвали уже, что-то поспело. Кукуруза. Початки довольно некоторые большие. Высота ее, ну, даже больше 2 метров. А вот лето было холодное, и арбуз не вырос. Так что его даже, наверное, и не видно. Это панорама сада. Березка подросла, но мешает саду она. Это всходы горчицы поближе. Ну, несмотря на прохладное, дождливое лето, даже небольшие баклажанчики выросли. Ну, перца немножко было.